пришли в парк с Шевченко. Все всегда меня поправляют. Сад Шевченко. Но я всю свою жизнь говорю парк Шевченко. Что? 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 Ой, нет, мы не хотим сниматься. Сейчас успокоимся. Хорошо, когда... Амиран нашел себе друга и раскачивает его. Ну, давай лежи. По-царски прям, да. Чудесно. Амиран, тебе нравится укачивать? Надо присесть и снимать детей низко. Сейчас, пока Амиран на горке, я хочу ответить на один вопрос. Вопрос такого содержания. Как вы видите экономику семьи в военное время? Помогают ли сбережения или лучше все-таки запасы еды, продуктов и каких-то специальных бытовых предметов, необходимых таких, я так понимаю, как спички, свечки? Значит, сейчас расскажу, отвечу. Конечно, в любом случае должна быть подушка безопасности финансовая, должны быть деньги, но мы все не олигархи, а обычные украинцы. И какие у обычного украинца могут быть финансы, какие могут быть запасы финансовые? Ну, в лучшем случае это там, я не знаю, 2-5 тысяч долларов. Я вам скажу, прошло 8 месяцев такой жизни, без работы и так далее. И, конечно же, эти деньги на семью уже просто все разошлись. То есть сколько должно быть денег, чтобы их хватило на все годы, я не знаю. Ну, если мы там берем в учет, как я практически уверена, что скоро все закончится. Но вообще, вот если брать, в пример, Вторую мировую, то на эти годы сколько должно быть запас денег? Это, конечно, интересный вопрос, хороший, на всю семью, но у нас так никто не зарабатывает. Если люди так зарабатывают, я вам скажу, они давным-давно покинули эту страну. Насчет продуктов, конечно, должен быть запас продуктов, и то, что я увидела, у меня никогда в жизни не было запаса продуктов. Я никогда в жизни не переживала за это все, ну, то есть покупалась на один день и не парилась. У меня всегда был на утро очень часто пустой холодильник, то есть покупали очень часто что-то готовое, но 24 февраля 2022 года, 25, 26, 27, 28 мы столкнулись с пустыми полками магазинов. В магазин пускали по нескольку человек, были огромные очереди. И даже когда ты выстаивал очередь, вы можете посмотреть предыдущие видео на моем канале за февраль, за начало марта. Значит, когда ты выстаивал очередь в магазин, ты заходил туда наконец-то, и тебя ожидали пустые полки. Купить было ничего невозможно, не было ни круп, ни сахара, ни хлеба, ни воды. Воды бутылированной уже тогда не было вообще. Ничего не было, ни кока-колы, ну, то есть просто пустые полки. Ни сигарет не было, все искали, ходили, кто курит, слава богу, у меня такой проблемы нету, ничего не было. Конечно, я теперь понимаю, что запас этих продуктов 100% крупы, сахар, соль, спички, свечки. Это все должно быть без вариантов. Делайте хотя бы, чтобы запас продуктов у вас был недели на две, а лучше на месяц. Конечно, мы не можем сделать запас продуктов на год, на годы, где это все хранить. Если взять крупу, не заводятся всякие насекомые. Я понимаю, можно все это в банке закрутить, но все равно на годы. Запасы вряд ли возможно сделать в обычной квартире. Если есть погреб, конечно, можно сделать и на очень длительный период запасики. Все, конечно, зависит индивидуально от семьи и от того, в каком месте вы проживаете, есть ли у вас погреб, подвал и так далее. Нужно же еще сохранить эти продукты. Так что вот как-то так. Нужно иметь и деньги, и запасы продуктов. Но, к сожалению, мы вообще, я уже рассказывала об этом, столкнулись с той ситуацией, что все сбережения были вложены за 2 дня перед
24 февраля, то есть где-то 22 или 21 февраля, очень крупная сумма денег вложилась в предметы искусства, которые, к сожалению, их больше нет с нами. Когда-нибудь я об этом расскажу, пока не готова. Ну, вот так вот бывает, и когда на момент, на 24 февраля, чтобы вы понимали, у меня в кармане было 600 или 700 гривен, это все. Это все сбережения, которые у нас были. Ну, ничего. Ничего. Я думаю, что все равно в любом случае мы переживем эту сложную страницу своей жизни. И будем проживем остальную часть ее долго-долго-долго и счастливо. Здесь такие котики ходят. Наверное, с зоопарка. В зоопарке мы здесь сейчас находимся в парке. И вот уже сразу забор зоопарка. И вот такой вот кот толстый-толстый. Их много живет. В зоопарке? Они гуляют. Тамерлан, не надо, не надо, не гоняй его. Вообще такой, как камышовый кот. Я не знаю, как вам передать. Такой толстенький. Амиран, тебе дерево понравилось, да? Тебе понравилось дерево? Нет? Я думала, понравилось, оно такое большое и красивое. Пойдем. Нет? Такие большие-большие деревья. Сейчас мы дойдем до моих любимых дубов. Посмотрим мои дубы. Пойдем. Пойдем дубы посмотрим. Наши любимые. Пойдем? Да, пойдем, пойдем. Тут раньше были черные лебеди, а теперь здесь ничего нет. Не, ну в такое время года их уже не было и раньше, но летом они были обычно. Мы пришли в такую вот беседку красивую. Амиран так любит здесь сидеть, да? Что, Амиранчик? Садимся. Садимся, давай. И будем сидеть вместе, да? Ой, как хорошо, да? И бабушка сейчас придет, да? И бабушка придет. А там что-то фотографирует. Тут так хорошо у нас. Амирану нравится. Нравится беседка такая. Тут под таким куполом. Замечательным. И там еще стеклянный верх. Да. Что? Бабушка вон. Она что-то фотографирует. А вон наша бабушка папарацци. Она все время что-то фотографирует. Вот так и живем.